Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу начать с вами такой влог с утра и вместе с вами сделать маску. У меня есть вот такая вот целая антивозрастная система. Вот так вот все это дело выглядит внутри. Здесь у меня набор, и это двухкомпонентная маска, в которой нужно смешивать вот эту часть и вот вместе вот с этой частью. Здесь еще идет кисточка специальная. Кстати, это очень хороший подарок на 8 марта. У меня, как всегда, все падает, но это даже хорошо. Сейчас вместе с вами нанесу. Я уже очистила кожу, но вообще эту систему лучше наносить на ночь. Это такая антивозрастная система. Значит, мы сейчас с вами смешаем два вот этих компонента и будем наносить. С этой маской нельзя разговаривать, поэтому я нанесу и пойду, наверное, прилягу. Еще сегодня мне придет мой заказ с La Moda. Я там кое-что заказала сыночку в школу. Вот такая вот кисточка. Здесь кисточка, кстати, классная. Вообще эта маска, она должна как бы подсыхать и стягивать кожу и иметь такой супер антивозрастной эффект. Вот в этой штучке содержится вот такой гель. Значит, мы из вот этой ампулы переливаем сюда. Вот так. И вот такими колебательными движениями нужно, чтобы два компонента смешались до образования геля. И будем наносить на очищенную уже кожу. Я ее очистила, естественно. Гель тут внутри. И будем наносить на кожу примерно на 30 минут до подсыхания маски. И очень много положительных отзывов на этот комплекс, что прям вообще супер лифтинг эффект. И отлично, например, если вам нужно куда-то на какой-то выход или что-то такое, отлично, где-то раз или два в неделю можно делать эту масочку. Мне кажется, отличный подарок для тех, кто любит, как я очень люблю уход, больше, чем декоративную косметику. Так, и теперь вот этой кисточкой будем наносить вот этот гель. Практически, знаете, пахнет какими-то водорослями, как мне кажется. У меня вообще в последнее время вся косметика пахнет водорослями. Возможно, небольшое покраснение при нанесении этой маски. Это нормально. Вот. И легкое покалывание тоже. Это нормально при нанесении этой масочки. Так что с вами сейчас протестируем. Нельзя ее наносить на область вокруг глаз. И нельзя разговаривать. Лучше вообще лечь, полежать с этой масочкой. И лучше ее, конечно, наносить на ночь. И еще обязательно на шейку. Обязательно. Антивозрастная программа, обеспечивающая превосходный омолаживающий результат, предотвращает дальнейшее старение кожи, поддерживает ее в прекрасном состоянии. Маска содержит уникальную комбинацию пептидного комплекса и растительных компонентов, существенно уменьшает выраженность морщин, восстанавливает эластичность ткани. В результате уставшая кожа становится увлажненной, заметно подтягивается, приобретает здоровый вид и прекрасный цвет. Ну что, девочки, смыла я эту маску, и эффект вообще просто, на мой взгляд, просто потрясающий, честно вам скажу. У меня покраснело вот здесь, но это нормально, до 2 часов может сохраняться вот это вот покраснение кожи. Она очень сильно стягивает кожу, но при этом ее не пересушивает. Я после этой маски, ну, нужно наносить увлажняющий крем. С ней нельзя разговаривать, желательно вообще просто полежать, потому что она действительно очень сильно вот так вот стягивает, сильнее даже, чем маски пленки или что-то подобное. Но посмотрите, какая кожа. Здесь вообще лоб идеально гладкий, хотя у меня здесь вот у меня есть морщины. Ну, вот здесь вот тоже такой заломчик. Посмотрите, просто идеально гладкий лоб. Даже, мне кажется, овал стал более такой, да? Более такой заметный. Ну, вот это покраснение у меня вообще, в принципе, вот здесь вот чувствительная кожа, и она у меня все время зимой, вот в этой части она у меня красная. Так что, слушайте, ну просто маска реально супер. Заказать ее можно на сайте Wildberries.
И я вам ссылочку оставлю внизу в инфобоксе, вот этот вот набор. Ну, мне кажется, даже в качестве подарка любителю, кто любит ухаживать за своей кожей, такая маска будет вообще просто супер. Ну, реально, и кожа, она стала такая прям гладенькая-гладенькая, да, девочки, видите? Ну, покраснение вот в этой области у меня, оно осталось. А так вообще идеально. Слушайте, ну идеально, мне очень нравится эта маска. Так что я вам от всей души рекомендую. Она действительно такого моментального действия. Можно делать ее раз в неделю, и будет вот такой вот потрясающий эффект. Но лоб реально, смотрите, ни одной морщинки нет. Здесь вот чуть-чуть маленькая есть, а так ни одной морщинки вообще. Просто супер, блин. Мне очень понравилось. Так что ссылочку вам оставлю внизу в инфобоксе. И сейчас мне позвонил курьер, сейчас ко мне приедет LaModa. Покажу вам, что заказала. Кто тут моя кисунечка лежит? Лежит тут, приносит. Принес свои игрушки. Носят вот эти игрушки, ему они очень нравятся. Там внутри мята какая-то кошачья. Хотя по мне так уже ничем не пахнет. Вот что он с ними сделал. Приносит сюда на кровать и лежит с ними. Еще вот эту игрушку он иногда играет. Да, солнышко мое сладенькое такое тут лежит. Ну, ты же у меня красавец, да? Скажи, мама, не трогай мои игрушки. Да, ну, ну. Надоело мне все. Вот так вот. Вот такой вот я красавчик. Носят вот эти две игрушки. Сам больше всего нравится ему, да? С мяткой там внутри. Ну, у меня такой игрок, конечно. Лентяйка он у меня. Лентяйка такой, да? Красавчик. Красавчик мой тут отдыхает, да? А я хочу вам показать. Сейчас приехала ко мне LaModa. И я хочу показать, что заказала. Я для своего старшего сына заказала в школу вот такую кофточку. Вот такой, не знаю, вот такая марка. Бибимбо какая-то. У них можно ходить все в коте, как всегда. Но я ее сейчас застерну в кондиционере, не будет так приставать. У них можно ходить либо в темно-синей, либо в черном. Была бы темно-синяя, я бы купила темно-синюю. В общем, вот такое. Она как толстовка, но здесь вот такой вот симпатичный воротничок. Очень классно сидеть, такая свободненькая. Сейчас ходить. У меня было две толстовочки. Одна пришла в негодность. Вот ему на замену. Ну, на летом у меня потом в такой будет бегать. Она просто обычная тоненькая. Это в школу вот носит он у меня. Вот. И вот такие брюки я заказала. Это уже на весну ему взяла, потому что те нам маловаты. Вот это вообще марка, девочки. Сейчас я вам покажу. Вот это вообще вещи. Вот многие мне тоже писали, что покупают постоянно своим школьникам. Они просто неубиваемые, реально неубиваемые брюки. И у меня вырастает только по длине ребенок. Вот, поэтому я ему на весну, пока есть наличие, часто разбирают вот такие основные школьные, скажем так, размеры. Часто разбирают, часто нет в наличии. В общем, такие темно-темно-синего цвета. Это у меня для сыночка такие покупки. Ссылочки, кому интересно, оставлю внизу в инфобоксе. На LaModa заказала. А себе, девочки, я заказала вот такой вот рюкзачок. Я на него давно смотрела. Очень он мне нравится. Вообще марка Guess мне очень нравится. Это не кожа, это кожзам. Но качество просто потрясающее. Я тут уже все распаковала. Видите, все сложила. Пришло мне вот в таком пыльнике. И, ну, тут всякие были вот... Всякое, в общем, я все сняла. Вот это тоже было все, ну, пленочкой все, да. Значит, здесь вот такой рюкзачок идет, вот такая ручка, вот с этой штукой, с таким брелком, который можно, если вам не нужно, то можно его спокойно убрать отсюда. Да, вот так вот он идет. Мне очень нравится цвет фурнитуры. Он такой... Немножко золотисто-серебряный, что ли, такой. То есть не кричащий, фурнитура очень хорошая. Можно носить вот таким образом, да. Катя моя там, не будем ей мешать. И можно носить как рюкзачок. Здесь идут тоже такие молнии. Можно сделать, ну, как бы расширить, да.
видишь, можно сделать вот эту часть верхнюю чуть-чуть пошире, можно сделать поменьше, такой идет клапан, который, кстати, очень удобный, очень хорошо. Здесь внутри молнии нет, идет просто один кармашек, я тут просто все уже пооткрывала. Вот здесь вот маленькие вот эти кармашки идут, очень хорошая такая подкладка, очень качественная вообще. Вещи от марки GUESS очень-очень-очень качественные. Здесь вот маленький идет кармашек. Регулируются, соответственно, вот эти ручки. Не ручки, да? Как? Шлейчки, да? Вот эти вот. Они регулируются. Можно сделать поменьше, побольше, как вам удобно. Сейчас у меня все это было упаковано, поэтому, видите, так немножко примято. Но это ничего страшного, все выпрямится. Я забрала в черном цвете вот этот рюкзак последний. А на LaModie остался такой же красный и такой же бежевого цвета. Но я хотела именно черный рюкзачок себе. В общем, довольно, как не знаю кто. И мне очень нравится, что здесь вот такая большая ручка. То есть я могу и вот так носить, и как рюкзачок, то есть как сумку и как рюкзак могу носить. Мне как-то одна девушка писала, что ей ужасно не нравится качество GUESS. Я там с ней немножко переписывалась, и она мне написала, что у нее, в общем, сумка GUESS пришла в негодность. Это мне писали где-то примерно год назад, когда я себе покупала вот эту сумку от марки GUESS, тоже она у меня. И мне тогда девушка написала, что качество просто отвратительное. Я не знаю, возможно, может быть, у вас какая-то подделка попалась или что, я честно сказать не знаю. Но вот у меня с сумки это год, я ее покупала в прошлый, перед прошлым Новым годом, то есть перед... Это был сам себе подарок на 2020 год. И я эту сумку вообще, она настолько удобная, я ее таскала и летом, и в морозы сейчас. У нас было тут и минус 22, я ее тоже брала с собой. Ничего с ней не стало. Вот посмотрите, она абсолютно, абсолютно как новая. Здесь даже ничего не потерлось. Вот у меня обычно вот здесь вот стирается, потому что я ношу через плечо. И эта сумка мега удобная тем, что у нее можно носить длинным ремешком, а можно носить... две ручки вот так вот. В общем, они вот так вот вытягиваются, и вы носите как две ручки. Это мне безумно в этой сумке нравится. Ничего с ней не случилось. Очень вместительная, очень удобная. Тут у меня эти салфетки лежат. В общем, всякое у меня тут... барахло, кошелечек у меня тут. Не подкладка. Какой-то мусор еще, девочки. У меня, как всегда, подкладка не порвалась. Ничего с ней не стало. Очень удобная. Но вот эта сумка, она пожестче. Я не знаю, есть ли она сейчас на LaModie или нет. Мне кажется, наверное, уже нет. Но вот я купила рюкзак. Он такой более мягкий. То есть, видите, он не такой жесткий, как вот эта сумка. Но эта сумка у меня, и, во-первых, расцветка такая, что подходит ко всему. Во-вторых, то, что вот две ручки. То есть, я и в руках ее ношу, и через плечо ношу. Ничего вообще нигде. Вот даже ручки, смотрите, вот тоже нигде не потрескались. Да, они немножко смялись, потому что я ношу. Но сумки уже год. И летом в жару носила ее, и вот сейчас морозы. Ничего вообще не стало этой сумки, поэтому я безумно довольна качеством и функциональностью вот этих сумок от марки GUESS, в том числе вот этот рюкзачок. Он, видите, побольше, но не сильно большой. Здесь еще вот такие штучки есть, мягенький такой, и при этом можно нести вот так, потому что я часто бывает захожу куда-то в магазин и несу вот таким образом. Единственное, что да, внутри нет молнии, которая вот здесь вот закрывается, но это, наверное, единственный ее минус, скажем так. Вот, но я обычно где-то в торговых центрах в руках, а выхожу из торгового центра, одеваю вот так, потому что, ну, мне так удобно очень. Вот, так что... Вот такая вот у меня новиночка. Очень я давно хотела, давно смотрела. Забрала, девочки, последний остался. Как я уже сказала, в красном и в бежевом цвете. Я вам оставлю на них на всякий случай ссылочку. Вот этой сумки, по-моему, уже нет на LaModie. Вот. Но мне очень нравится марка GUESS. И хорошая очень на нее скидочка сейчас на LaModie. Так что очень-очень советую. Я там еще одну сумку от марки GUESS себе присмотрела. Но действительно, цена, качество вообще, не знаю, идеальное, на мой взгляд.
И насчет вот этой сумки покажу поближе. Даже вот эта фурнитура нигде не обшарпалась, да, как это сказать, не поцарапалась, ничего не стало. Вот она, сумка реально как новая. Хотя я с ней хожу очень часто. Я практически постоянно беру ее с собой, потому что она очень такая вместительная. Видите, я и пачку салфеток запихиваю. У меня и кошелек, и пачка салфеток помещается, и телефон, и шапку, и перчатки, и бутылочку воды сюда запихиваю. В общем, чего у меня тут только обычно тут нет. Есть вот такой потайной маленький кармашек. Она такая достаточно жесткая, но держит. То есть нигде вообще вот фурнитура. И фурнитура цвет такой, видите? Здесь вот более он такой, он как бы, да, такой серебряный. То есть не кричащий желтый. Но вот здесь вот посветлее вот в этом. Здесь вот на рюкзачке посветлее немножко фурнитура. А здесь она такая более желтая, но не кричащая. Видите, какая? Ничего нигде не порвалось. Вся фурнитура в отличном состоянии. Сумки год. Мне кажется, мне на всю жизнь ее хватит.